так как я начала путаться, и проще будет мне таким образом разобрать, ну и вам покажу. Следующий ряд, то есть четвертый, который здесь кружочком обозначен на схеме, я его опять же разбила, начиная с вот этого ряда, то есть вот этого ряда начинаем. Сначала нарисовала его здесь, а потом его уже перерисовала сюда по образу и подобию. Чтобы было понятно, чтобы не запутаться, когда я буду вязать, то есть здесь я начала его сначала вот этого ряда, вот такого веерного, а здесь этот веерный ряд, он в середине продолжает рисунок, как бы, видите? Ну и, соответственно, он достаточно простой, опять же, то есть мы делаем вот эти вот три столбика с накидом в одну, в первую, столбик с накидом, который от веерного идет. Воздушная петля, 3 воздушных петли, в следующую веерную первый столбик без накида, 3 столбика без накида в одну, воздушная петля и так далее 5 раз. Потом воздушная петля, соединяем столбиком с накидом в третью вот этой вот воздушной петли предыдущей, вот она получается. Вот у нас, вот здесь мы провязываем вот эти вот, которые предыдущие сказала, потом мы их соединяем в третью вот воздушные петли, вот плюсик показывает, потом 5 воздушных петель провязываю, соединяя ее вот сюда, в середину вот этого треугольничка, тоже столбиком без накида, 5 воздушных петель, соединяю в следующую дугу с воздушных петель в середину, и следующим я столбик одну воздушную петлю вяжу и соединяю следующий ряд, и так вот, так дальше столбик без накида вяжу, и так друг за дружкой. Почему мне важно и то, и другое расположение? Потому что у меня с каждой стороны свой конец вязания, и мне проще понять будет рисунок, где я закончила. Допустим, здесь, то есть я понимаю, вот у меня веерный столбик начинается, то есть вот он веерный столбик начинается, здесь он заканчивается, соответственно, у меня предыдущие это 5 воздушных петель соединенных, вот они, и здесь у меня вот этот рисунок, который соединен, вот он, то есть воздушная петля, 3, столбик с накидом, 3 воздушных петли, столбик с накидом, здесь я его провязала один столбик с накидом. Вот он. Соответственно, начну я здесь тоже вот отсюда. То есть я провяжу, я понимаю, что мне не нужно. И вот такая красотища получается.